Опасные посылки в Германии неизвестные шантажируют крупнейшую компанию по доставке. Требуют огромный выкуп, сколько хотят и чем угрожают. Татьяна Лагунова подробнее. В здании правительства земли Тюрингия сегодня был настоящий переполох. На адрес ведомства пришла подозрительная посылка, внутри которой якобы находилась ручная граната. Здание эвакуировали, а спустя несколько часов полиция сообщила, тревога оказалась ложной. В пакете вместо гранаты нашли свернутые в рулон каталоги. Излишняя бдительность сотрудников ведомства объясняется просто. В Германии неизвестные уже несколько дней шантажируют крупную логистическую компанию, требуя выкуп 1 000 000 евро. Если компания по доставке не выплатит эту огромную сумму, вымогатели грозятся рассылать посылки с опасным содержанием. В прошлую пятницу похожую посылку получили сотрудники одной из аптек в городе Потсдам. В пакете был металлический цилиндр, начиненный гвоздями и петардами. Местные силовики испугались возможного теракта и эвакуировали расположенную рядом с аптекой рождественскую ярмарку. А позже в пакете нашли послание от шантажистов. Когда мы обезвредили содержимое пакета, то обнаружили в нем зашифрованное сообщение. Оказалось, что бандероль отправили с целью шантажа компании. Сколько всего опасных посылок и кому их уже отправили, можно только предполагать. Немецкая полиция обратилась к гражданам с просьбой быть крайне осторожными. И ни в коем случае не открывать бандероли, если, например, отправитель не знаком или вообще не указан. Татьяна Лагунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».